Кремле состоялись переговоры генерального секретаря ЦК КПСС, председателя Президиума Верховного Совета СССР Константина Устиновича Черненко и первого секретаря ЦК Польской Объединенной Рабочей Партии, председателя Совета Министров Польской Народной Республики Войцеха Ярузельского. В переговорах приняли участие с советской стороны товарищи Тихонов, Громыко, Устинов, Русаков, Рыжков, другие официальные лица. С польской стороны товарищи Чирик, Месснер, другие партийные и государственные деятели. Руководители двух братских стран положительно оценили развитие советско-польских экономических отношений, роль бескорыстной помощи Советского Союза, которая способствует преодолению трудностей в народном хозяйстве Польши. Были обсуждены ключевые проблемы международного положения. В Большом Кремлевском дворце была подписана долгосрочная программа развития экономического и научно-технического сотрудничества между Советским Союзом и Польской Народной Республикой на период до 2000 года. Документ подписали за Союз Советских Социалистических Республик Константин Устинович Черненко, за Польскую Народную Республику Войцех Ярузельский. Этот важный документ — еще один весомый вклад в укрепление сплоченности стран социалистического содружества. В тот же день в Кремле состоялось награждение товарища Ярузельского орденом Ленина. В своей речи Константин Устинович Черненко отметил большой вклад Войцеха Ярузельского в борьбу за укрепление социализма в Польше, за упрочение советско-польских отношений. Эту борьбу Войцех Ярузельский начал в суровые дни Великой Отечественной войны, сражаясь в рядах войска польского. В заключение товарищ Черненко сказал: «Желаю вам крепкого здоровья, счастья и успехов в вашей большой работе на благо польского народа во имя упрощения социализма на польской земле, дружбы и сотрудничества между Советским Союзом и Польской Народной Республикой». В ответной речи Войцех Ярузельский поблагодарил за высокую награду и заверил, что не будет щадить сил для укрепления дружбы между польским и советским народами во имя торжества мира и социализма. В праздник Победы наш народ низко склоняет голову перед подвигом тех, кто отстоял свободу и независимость социалистической отчизны, спас мир от фашистского порабощения. Почтить светлую память павших воинов, к могиле неизвестного солдата пришли советские военачальники во главе с членом Политбюро ЦК КПСС, министром обороны СССР, маршалом Советского Союза Устиновым. Честь и слава великому солдатскому подвигу! Праздник Победы — это праздник всех поколений. Но прежде всего это праздник наших славных фронтовиков. Для них 9 мая — это встреча с военной молодостью. Но неумолимо время, редеют ряды ветеранов. Поэтому особенно велик интерес к каждой фронтовой судьбе, к каждой подробности из биографии ветеранов войны. Надежда Андреевна, скажите, пожалуйста, как для вас началась война? Ну, знаете, ребята, для меня началась война, я еще училась в медучилище. Я просилась добровольно на фронт, как комсомолка, а меня военком не взял. И мне зачислили сам инструктором батальона. Вот такой была Надя Бойко, накануне того дня, о подробностях которого особенно часто спрашивают ее на встречах и в письмах. Это случилось в боях под Севастополем, когда лейтенант медслужбы Бойко получила задание вынести из немецкого тыла
раненого командира разведчиков. Я взяла сумку и ползком, перебежками добралась к нему. Оказала первую помощь, стала вытаскивать его с поля боя. Но мы попали в нейтральную зону, и фашисты заметили нас, что движение на этой полосе. И они начали бить по нас со снарядов, с минометов. Недалеко разорвался снаряд. Меня волной отбросило в сторону. Товарищ ударило в висок и убили насмерть. Меня ранило в плечо. Когда я пришла в себя, я потеряла ориентир, в какую сторону ползти. А товарищи нашли санитарную сумку, берет. Они думали, что прямое попадание меня разнесло в куски. Комбриг Смирнов подписал наградной лист о том, чтобы меня посмертно наградили орденом Красной Звезды. А когда я вернулась с госпиталя и выяснила, что я не погибла, то этот орден я лично получила сама в руки. Отважный санинструктор, а ныне медработник из города Донецка Надежда Андреевна Бойко получила и международную награду. Лига обществ Красного Креста и Красного Полумесяца вручила ей медаль Флоренс Найтингейл, которой удостаиваются особо отличившиеся медсестры. Роберт Сатановский, полковник, командир польского партизанского отряда, действовавшего в оккупированной Белоруссии. Его отряд пустил под откос 47 эшелонов врага, взорвал 30 мостов, уничтожил 51 автомашину фашистов. Приезжая в Советский Союз дирижировать, я невольно встречаю прошлое здесь, на своем пути. Многие друзья, с которыми вместе были в лесу, они обращаются ко мне, они находят меня. Но, к сожалению, не живет больше генерал Сабуров, в которого соединении я некоторый час командовал своим польским партизанским отрядом. Нет Ковпака, нет Першигоры, Руднева и других героев, с которыми я встречался в лесу. Партизанский радист Дмитрий Петрович Пусть не видел своего бывшего командира 19 лет. Сегодня он принес Роберту Сатановскому фотографию, где они вместе запечатлены на заседании партизанского штаба. Тогда, в лесу, Дмитрий Петрович на деле оценил воинский талант полковника Сатановского. Сейчас в Москве Дмитрий Петрович вместе со всеми аплодирует мастерству выдающегося музыканта, главного дирижера Варшавского Большого театра. День Победы – это великий праздник советского народа. И пусть ветераны останутся последними свидетелями последнего мирового пожара.